что, начинаем влог? Давно я не снимала. У нас каждое утро или трубы меняют, или асфальт дробят, мосводоканал, газ. У нас три в одном. Да, мосводоканал вот там внизу. Раскопано, сейчас покажу. По всему району вон. Видите? А, что-то сваривают. Вот рабочие сваривают. Везде вот такие ямы. По всему району, короче, полно. Зато снег выпал. Это называется у нас доброе утро. Да, жесть такая вообще. Такая ситуация. Ты пойдешь гулять в парк? Пойдешь гулять в парк? Где Попона? Будешь одевать ее? Да? Или кубик-рубик? А? Где кубик-рубик? Неси кубик-рубик. Ой! О, какая агрессия. Да, бешенство у нас. Где кубик? Заходим в парк. Такой красивый у нас, только уже и списали. Отремонтирован парк в этом году. Вот у нас лошадки занимаются на лошадях. Вот такой красивый у нас забор. А дальше у нас забора нету, не доделали, вот только делают. Да, Кусь? Идешь гулять? А, он не особо, он не хочет гулять. Он не любит этот парк. Да, Кусь? Как всегда, вороны у нас бегают, голодные. Ну, видите, сколько? Раз, два, три, еще там две вдалеке. Без забора, деревья посажены. Лавочки сурны стоят, да, скажи, Кусь? Ну, решили погулять, да. Ну, давай, погуляй, иди понюхай что-нибудь. Ну, смотри, какая травка, иди. Рядом у нас третье кольцо. Постоянно скорые, пробки, как обычно. Кусь, ты идешь гулять? Нет, я не хочу гулять. Я не хочу, я такой, да, скажи. Вроде просился, а идет как еле-еле. Гуляем мы в парке. Холодильник мы заказали 8 ноября. Нам его до сих пор везут. Должны были доставить 17 ноября. Позвонили, сказали, переносится доставка на вторник. Вчера я позвонила в понедельник, они сказали... Ой, у нас склад переехал, из-за этого у них бардак, еще большое поступление товара. Нам именно эта модель понравилась. В МВидео в Эльдорадо нету этих моделей. Вот, мы официального, так сказать, дилера заказывали. Посмотрим, что сегодня позвонят и нам скажут. Так что нам с холодильником повезло. Кусь, иди сюда. Вот такая вот маленькая красивая голубятня. Посмотрим. Ой, то белые были, видите, у них везде колечко. Ой, а там коричневые, сидят красивые, вон они. Красивые. Молоденькие. Здесь они тоже сидят. Красивые. Да, Гулька? Да, ну, мерзнут так, сидят. Это с той стороны стоит. Вон, да, один синий. Один молоденький такой коричневый. Замерз. Один сидит прямо на ведре. Как статуя. Сейчас покажу, какие здесь гульки. Сейчас скажу, Николаевский. Николаевский, высоколетный, грифун. Вот несколько такие. Но мы видели белые с коричневым и синие, а вот чисто коричневую я пока не видела, может прячешь? Он гонять их любит. Гули-гульки. Такая она маленькая. Голубая. Обычно здоровая, а здесь такая маленькая-маленькая голубая.
такой у нас красивый храм, храм Святого Духа. Раньше тут все было металлическим забором закрыто. Ты идешь забором просто металлическим еще. А сейчас вот идешь, любуешься природой, храм. Но она закрытая. Ну, зайти в храм, конечно же, можно. Вот такая у нас красивая детская площадка. И все любят дети кататься вот на этой тарзанке. Мне кажется, это у многих. Вот тарзанка. Вон девочка несет и сейчас будет кататься. Да, Кузёня? Ты гулять не хочешь? Тебе холодно. Здесь должны открыть каток, но там свалка. Когда откроют, непонятно. Каток будет с искусственным домом, с искусственным льдом. Но когда это сделают? Там мусор, земля, остатки ремонта в парке. Когда это будет сделано? Непонятно. Такие сидушки. Да? Идем дальше. Короче, мы замерзли. Идем домой. Началась какая-то сильная пурга. Идет мокрый снег. Противный еще ветер, все в сером цвете, так ужасно. Пойдем домой греться. А он? Сейчас будем, видите, вот эти зеленые листья. Это прям желтые, не знаю, наверное, обрезать надо будет. Видите, как они прям испортились. Я вот со шкафа достану. Сейчас будем реминировать, наверное, землю подсыпем. И видите, вот новый отросток. Тут, видите, даже драна, не знаю. Наверное, буду сейчас обрезать. Вот так вот. Он наверху на шкафу стоит, потому что у меня места нет. Вот. Видите, как он растет наклоном. Может, весной потом пересажу его вообще. Ладно, будем, наверное, обрезать эти листья. Ну да, он как-то наклоном растет, надо палку поставить. Потому что к свету тянется. А эти, видите, я даже не обрезала, они сами отвалились, сами по себе. Ну вообще он какой-то сок дает. Вон, видите, какие листья плохие. Сейчас буду выкинуть, я даже пакет держу, чтобы ничего. Белый сок какой-то. Ну вот, а этот отросток новый. Короче, видите, я в парке нашла вот такую палку, поставила, завязала его. Он вот так сейчас растет, те листья отпали. Вот. Полила их, все, божеский вид привела. Ну, весной, наверное, надо будет пересаживать, потому что он на бок как-то растет. Или вообще их со временем завязывают, не знаю, посмотрим. Но не обращайте внимания, я параллельно там сериал смотрю. «Империя», который по первой шел. Ну, я думаю, нормально. Земли добавила ему. Завязала, чтобы он на бок вообще не был. Корни, видите, какие. Ну, посмотрим, что будет, да, Кусь? Надо понюхать землечку, да. И лестницу, на которую они полезет. А, на шкаф класть. Ладно, сейчас положу. На ужин у нас окм, соль и приправа обычная. Для рыбы. Полчаса в духовке. Ну, 200 градусов в фольге. А, и на гарнир у нас просто отварная картошечка на пару. Всех приветствую на своем канале. Продолжаем блог. Или доброе утро. Сейчас мы собираемся к тете в гости. Потом я утром ходила сдавать анализ мочи в поликлинику. И я была в шоке. Знаете от чего? То, что многие еще сдают в обычных банках. Не знаю, но мне как мама объяснила, мало ли какая-нибудь бабушка, дедушка, у них нет денег, да, или тяжело ходят, нет возможности купить, они в банках сдают. И она принимает в банках анализ мочи, представляете? Вот так вот. Насчет холодильника. В итоге они мне сказали, что холодильник наш машину водителю не отгрузили, у них проблемы с логистикой уже. Они нам везут 2 недели, и я в итоге отменила заказ и заказала на другом интернет-магазине, привезут в пятницу. Я сделала обязательно отдельный обзор старого холодильника и нового, что нам привезут. Надеюсь, что привезут. Так что, может быть, что-нибудь поснимаю у тети. Ходили по магазинам, сейчас будем кушать. Макароны с сосисками, салатик с чесноком. Будем кушать.
и смотрим новости. Да? Мам, ты идешь кушать-то? Home market. Нет, я все тут не буду, наверное, навешивать. Ну тут цены теперь надо как-то корректировать. А видишь, как? А тут наволочка, там же много у тебя шелковая. 59 даже есть, вот эти подушки, смотри, такие же 40 на 40. Ну да. Вот здесь это просто наволочки. Не, руки. Вот, это вот это вот, 159. А это 109. 179. Смотри, какой дешевый. Двухспальный, правда. 450 рублей. Я над семейный. Не семейный. Семейный? Но вот это тоже двух. Полутораспальный. По 119 наволочки. А вот наборы какие, да, подарочные? Да, Раскошки. Хорошие наборчики. Полотенчики. Кофе. Угу. О, какие теплые. Ну, это везде есть. 300 рублей. Ну, полотенчики. Ну, какие по 200. Вон 299. Ну, видишь, ну тут от размера еще зависит. Похож на мой, мам, коврик, который я в фикс-прайсе брала. А он тут 200 рублей, а он там 50 стоил. Прям в точь-в-точь такой же. А, 99 он стоил там. Смотри, какая. Такая большая прям. О, смотри, какой здоровый этот ёршик. Весь маленький. Может, возьмем ёршик? Но... Не, он не маленький. Надо, сейчас станет. Ой, смотри, какие корзиночки. Ой, смотри, какие мини. Как в фикс-прайсе, да? Смотри, какие реально мини. Там они 50, 70 стоят, а здесь 40. А, вот, вот это побольше 89. А вот это тоже прикольно. Корзиночки. Ну, это 200. С этими, с крышками. Так, носки. 39. Киркадер 129. Да? Мне кажется, такие фикс-прайсы 99, что ли, а здесь 150. Мне кажется, в фикс-прайсе, да, тетя Тамара, вот такие по 99, а здесь 150. Ну, да, да, там они тоже бывают. О, спайс. Ну ты чего хотел? Ты с парфюмерии? Да, да. А вот так вот у меня кашки, и в темных кашках. Мам, я сказала, там нету моего цвета. Вот это мне понравилось.
попробовать хочу. 49. Акула она. Очень выгодно, видите? Муцелярка. На тебе 4. Черный жемчуг. Маме дай. Так. Такая Ну, хватит тебе две-то? Да, да, мне на 2 месяца хватит. Хорошо. Прикольный наборчик. Упаковка другая. Прикольный наборчик органики. Че? Это все крем для рук. Вот здесь для рук и для ног. Все вместе. Крем для ног. Вот интенсивное питание, смягчение. Фито. По 59 они. А что такое? А, это на ногти. Мыло. А, вот крем для ног. Вот, они два вида. Вот, вот этот не надо, я набор. Нет, я не про это. Вот этот вот набор. Угу. И там зелененький. Вот они два вида, просто здесь немножко разные виды состава. Вот угу. Зелененький. Да, да. Крем для пяточек и крем угу. для рук. А где ты нашла эту вторую упаковку-то? Она здесь не было. Внутри было. А, ну я просто смотрела, все 4-3 там не было вообще. О, бегудюшки есть. Такие сколько стоят? Расческа 79. А еще выгодно Натур Сибирика здесь брать 119. Гель для укладки волос, кефирный, такая маска латика. А вот кто едет, такой шампунь 139. Шоу-маркет радует детей и родителей. Надувные санки, гоночный мотоцикл и яркая ватрушка за скидкой 55% всего по 399 рублей. Для любителей классики санки с толкателем за 699. Типа как магазин за одно, но только подороже. Всего за 29 рублей. Крем для рук, а также да. все для зимних забав. Снежкофабрика, снежкомет, утколет. А еще лопаты, клюшки и шайбы от 19 рублей. Скидка до 61%. Ну, тут мне не очень понравилось. Зимние радости детям и выгода круглый. Ну что, привезли нам холодильник, вот он такой здоровый, это все упаковка, и здесь упаковка. Подымал один молодой человек на колесиках, представляете? Канди. Нержавейка, ребята, не серебро, а нержавейка. Вы сами знаете, что нержавейка дорогая, я по выгодной цене взяла последний. Видите, какая красота, весь новый. Но это отрегулировать можно. И вот такие полочки. И мне кажется, пластик прочнее, чем вандезит. Мы довольны! Наконец-то. 3 недели мучения, и нам привезли холодильник. Красота. Вообще, вот так. Он в высоту, ну, где-то 1,86-1,87 метра, потому что это тоже, видите, ну, почти одинаковая высота. А упаковка 1,95 метра. Так что вот так. Так, муж получил часы Coca-Cola 40 баллов. Выдаются 27 ноября по январь какое-то число. Вот. Банты еще не выдают. Бант это 3 балла. 60 баллов это набор каких-то игрушек. Вот. Часы электронные. Батарейка написана до июля 2018 года.
Вот так они выглядят. Ремешок регулируется. Есть еще красные, но у нее были только черные. Очередь мы не застали. И чтобы нажать, оп, вот так. На край правый внизу нажимаете, и они 8 секунд только держат время. Вот такие электронные часы. Мы до сих пор ждем звонка. Утилизация холодильника. Обещали 12, сейчас уже почти час. Ни звонка, ничего. Буду сейчас час звонить, разбираться. Заберут ли они у нас холодильник или нет. Организация находится в соседнем районе вообще. Прощай, холодильник. Все, утилизировали. Смотрите, какой красивый портрет нарисовала мне девушка по фотографии. Я просто на Юле продавала некоторые вещи, и она взамен отдала, сказала, я нарисовала портрет. Я отдала варежки и шампунь с бальзамом. Красиво, да? Муж, девушка из малообеспеченной семьи, показывает, стоит, вот у меня перчатки такие старые, я варежки Юстину отдала хорошие. Муж, студентка. Всякое бывает в жизни. Смотрите, какая красота. Так, холодильник у нас увезли. Сегодня у нас на вечер обычный салатик. И там запекается курочка. Из перекрестка обычная голень. Вот. А, холодильник, да, увезли, забрали. Так что заканчиваем на сегодня блог. Спасибо вам за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. Отдельное видео выйдет про холодильник. Так что всех целую, обнимаю. Пока-пока, я уже уставшая. Вот так вот.